Привет, мои дорогие! Я рада приветствовать вас у себя на канале. И сегодня я хочу поделиться с вами рецептом приготовления вот такого вот румяного, сочного и очень вкусного шашлыка, который я готовлю в духовке. Начнем с того, что нам нужно выбрать мясо. Выбираем на любителя. Но, конечно же, чем жирнее мясо, тем сочнее шашлык. В моем случае это свинина, задняя ножка. Нарезаю мясо довольно-таки большими кусочками. Измельчаем лук. И добавляем к мясу. Также нам нужно мелко нарезать чеснок. Отправляем сюда же и начнем мариновать. Добавляем соль, черный перец по вкусу, паприку, специи к шашлыку, немножечко растительного масла и горчицу. Все хорошо перемешиваем. Нужно сделать массаж для шашлыка. Накрываем и оставляем мариноваться при комнатной температуре около 3 часов. Промаринованный шашлык перемешиваем и можем уже отправлять в рукав для запекания. Если вы хотите своему шашлыку придать более настоящий вкус, тогда в маринад добавьте еще 2 столовые ложки жидкого дыма. Я этого не делаю, поскольку этот шашлык я даю своим детям. И отправляем в разогретую духовку до 200 градусов. Через 40 минут открываем рукав и отправляем еще в духовку на 10 минут, чтобы шашлык подрумянился. И вот в итоге такая красота и вкуснота у нас получилась. Такой шашлык получается румяным, а главное, что очень сочный внутри. Ну что ж, друзья, вот такое вот видео. Я надеюсь, что оно для вас стало полезным и интересным. Если же оно для вас понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. Я буду очень рада. До новых встреч. Всем пока. С наступающими вас праздниками.